Здорово, народ. Значит, немножечко покопавшись в своем компе, я нашел видеоролики, которые я снимал раньше, и хотел запускать их в проекты. Они не были доделаны. В итоге я их решил доделать, довести до ума и закончить их. Так как уже зима у нас подошла к концу, ну, в плане по официальной версии, как говорится, масленицу мы уже встретили, проводили все, вот, но у нас до сих пор метет снег, и, значит, мне на глаза попалась такая тематика, как санки еще советского времени, которые были не в очень хорошем состоянии, я их починил, и чтобы не мериться, как говорится, письками, которые любят мериться родители, у кого круче санки, я все-таки решил сделать свои такие маленькую доработочку, где просто приделал ручку и обновил санки, ну и чуть-чуть, как говорится, сделал по-своему, не так, как это было в советское время. Но это вы увидите в видеоролике. Вся такая легкая конструкция санок, которую я сделал для сына, я опробовал, все работает, и сам покатался даже. Это, кстати, можно сделать на тех санках того времени, а на современных я что-то не уверен, потому что у меня уже попались одни санки, которые мне, как говорится, подогнал один мой знакомый, уже... К сожалению, Китай делает, но не такое качественное все. И они уже как бы вышли из строя, у них поломались трубки, поломались крепления. Ну, я не хочу хаять и, как говорится, ругать Китай. Не все у них так плохо, как рисуется и описывается. Это выбор лично каждого. У кого есть лишние деньги, пожалуйста, покупайте, берите. Я, например, в силу своей, как говорится, деятельности что-то делать, конструировать, не знаю, переделывать и что-то там дорабатывать, то увлекаюсь этим вопросом, и мне просто самому интересно это делать. И остальным, не знаю, если есть куча денег, пожалуйста, не забивайте себе голову, берите и покупайте. Ну, а кому интересно, и вообще быть в пределе занятым чем-то. Ну, ладно, что ж хочу сказать, смотрите видеоролик, вот, в принципе, санки сделал я вот в такой вот стилистике, в стилистике совковском СССР, вот, и потому что это все-таки эпоха та, была ту эпоху производились эти санки, ну, а так в целом получилось неплохо, все было проверено, обкатано, все работает. А те, кто смотрит меня, всем спасибо и пока, всем удачи.